Привет, солнце, это Юмилия. Если ты подписан на мой телеграм, то знаешь, какой хаос творился сзади меня. Если нет, то заглядывай посмотреть. Ну что, наконец-то, Metal Family, новая серия. Не обессудь, но буду смотреть цензурную версию. Погнали. Подарок. Музычка топчик. Тут живут монстры. Сдэр! Алло! Спасибо! Стоп, а раз сегодня контроша? Блин, еще и на втором уроке. Сочувствую. Да какой там готовился? Я вчера до двух ночи рейтинг сливал. Да, я встал, одеваюсь. Да придумаем что-нибудь. Вон, у Анжелики спишем. Кстати, она придет? Отлично. Ну все, давай. Так. Что там? Литра... Я не вижу слова, но... Мне кажется, тут сочинение, наверное, написано на тему... Осень и стихии, есень, ну блин, жесть, тут черт ногу сломит. У меня тоже почерк не сахар, но здесь вообще ничего не разобрать. Хлеб, масло, чипсы, титечки, окей. Пока что все прям идеально. Да. Так вот что с контрошей делать? Хэви, ну ты где? Уф. Иду, иду. Всем доброе утро. А... Так у них уютненько. Мама обиделась, что ты долго спускался и ушла. Давай, садись быстрее, если не хочешь еще и папу разозлить. Оу. А что у нас на завтрак? Хэви, что ты себе позволяешь? Почему ты спускался так долго? Что? Да я не хотел, в смысле, что? Чего ты добиваешься? Чтобы он остыл? Остыл? Кто остыл? Как кто? Пирог! Что происходит? С днем рождения! Класс! Круто! Блин, пирог с Халком! Посрадай! Я бы со Шреком хотела. Ух ты мой гомункул пугливый! Гомункул! Надеюсь, лет 5 уж как не прокатывает. Гомункул! Я бы сказал лет с 5. С днем рождения, Хэви. Так, ну давайте жрать. Не, ну типа, знаете, назвать своего ребенка гомункулом. Тебе с глазом или с ухом? С глазом. О. У, кто-то ест Халк глаз. Халк ослеп, наверное. Подавился Халк. А кто-то сейчас получит первый подарок. Че там? О, серьги! Здорово блестят, правда? Они титановые. Как у Глэма, кстати. Титановые. Титаны-то круто. Это охренеть. Кстати, у них обоих такие же. Они идеально подходят для первого пирсинга. Как будто прям семейная традиция. Пирсинг? Это мои первые украшения. Мне подарил их Чес. Дих тоже носил. Теперь они твои. Прям и не бойся, пирсинг это не больно. Почти. Ты теперь совсем взрослый. Они прекрасно будут на тебя смотреться. Ты только выбери, что будешь прокалывать. Ощущение, как будто он вообще этого не хочет. Ну да. Соски прокали. Что? Они дольше заживают. А спасибо, очень круто. Я пока их здесь оставлю, а то я уже в школу опаздываю. Да, там контрольно еще. Эх, ну ладно. Мы, правда, тебе уже забили процедуру на 9.00. Без меня меня женили, называется. На 9.00 утра? Не переживай. Если мы не будем медлить, ты обязательно успеешь на второй урок. Да, но даже если опоздаешь, ничего страшного. Кстати, у Вини и Сережек ни пирсинга нет на ушках. Там ничего важного нет. Контрольш там или еще что. И вот думаешь, что выбрать, да? Контрольную или... Вот, вот эту можно? Нет. Это уже слишком. Ну, мам! Нет. Ну, пожалуйста. Здорово, дантист. А вот и пациент прибыл.
Так, вы определились или как? У меня уже клиенты по записи пришли. Вы тут не одни. Вы даете согласие на пирсинг дочери или нет? Там черепашка. Нет, я не даю согласия. Ну, мама! Нормальная мать не позволит своему ребенку уродовать себя. Че, тоже пришел своих уговаривать? Дохнула. Наоборот, да. Да вообще-то они сами меня сюда привели. Пи***ешь. Кстати, Хэви, если хочешь себе язык проколоть, то вот эти украшения не подойдут. Но мы тебе штангу отдельно докупим, не боись. Удочерите меня! Я буду звать тебя мамой! Заберите меня к себе! Не, ну блин, честно, я бы не позволила, наверное, своему ребенку там в возрасте 14 лет или младше сделать пирсинг языка. Ну, может быть, попозже. Сперва надо начать там с ушей, посмотреть, как оно вообще будет. Ну, вот прям так сразу язык, ну, не знаю даже как-то. На самом деле, мне кажется, что, да, вот ребенок вырастет, там, 18 лет решит сделать пирсинг языка, окей, это его выбор, но в 14 лет он может даже еще не понимать, надо ему это или нет, к тому же, возможно, я, кстати, точно не знаю, потому что никогда не узнавала, потому что мне никогда не хотелось делать пирсинг языка, но там тоже есть какие-то свои последствия, какие-то свои осложнения могут быть, поэтому с этим надо быть поосторожней, и мастера нужно выбрать хорошего, поэтому все постепенно, сперва ушки, затем... Я даже не знаю, что. Надо языка потом можно найти. Уф. Эти ну дырки вообще жесть. Готов? Готов, король бобров. Они сами спросили, хочет он этого или нет. На что прокалывать-то будем? А какой пирсинг дольше всего делается? Дольше всего? Дольше всего член на 4 части разрезают. О, ужас. Называется цветочек аленький. А такое тоже делают? Или это просто шутка? У него такое безумство взгляд. Просто. Смерть, здоровье, хрень, вечная молодость, змея, счастье. Давай смотрю уже сейчас. Ладно, давай по классике. Брови или уши? Есть ли такой цветочек или нет? Брови, слушайте, ну брови. Мне кажется, это прям дискомфортно умываться, неудобно можно задеть. Даже не знаю. Хотя, смотря какая тут серьга будет. Нет. Каждому свое все-таки. Кому-то нравится, кому-то не особо. А зачем скальпель? Да это так. Лохов пугать. Все-таки бровь. Ну че, глянь. Может, правее или левее? А можно вот чуть ближе к центру? Говно вопрос. Ой. А теперь, пожалуйста, чуть дальше от центра. А, он просто тянет время! А теперь вот что-то среднее между тем, что вот было, вот по центру и чуть левее. Пацан, ты еще время тянешь? Нет, нет, нет. Ну тогда доверься профессионалу. Я все по красоте сделаю. Вот эти вот иголки. Бедняжка, скажи им, что не хочешь. Доктор, мы его теряем. И говорить не пришлось. Отрубился, что ли? Отлично, у меня как раз лидокаин кончился. Ему все-таки сделали? Мам, он приходит в себя. О, Хэви, проснулся. Бери это. Ну что, поздравляю. Если меня после этого не вызовут в школу, я расстроюсь. Прям с двух сторон. Да, это ты говори поменьше, а то у тебя язык проколот. Что? Реально или шутка? Опять купился. Ну что, Глам, там еще долго ехать? 11 минут, может 12. А сколько сейчас? 9:32, на контроль не успеваешь. Только не плачь. Ему все-таки понравилось, чё, Кенс, да? Ты фоткаешь? Не, это для Лив. А? Она меня добавила, прикинь. Кстати, так. Она еще и на ДР ко мне сегодня придет. Ты не знал? Ди негодует. Она тебе сказала? Только не плачь. Ты мелкая мамбезовка!
Оу! Блин, вот в конце это было интересно увидеть такие эмоции от Ди. Ну, на самом деле, моя позиция такова, что лучше бы ему заранее нужно было сказать, что он этого не хочет. Да, конечно, родителей обидеть не очень было бы хорошо, но в то же время нужно же все-таки следовать тому, что у тебя вот, вот тут вот на душе не хочет ты пирсинг, так и скажи, что я пока что не готов. И хорошо, что в этой ситуации ему результат понравился, но могло бы быть такое, что ему бы сделали этот пирсинг, и ему было бы дискомфортный, либо результат был не таким вообще, как он ожидал, а был бы еще хуже. Так что вот у меня позиция лично такая. Эпизод такой ламповый, что ли, домашний, уютный и необычный, как по мне. По сравнению с другими, небольшой по размеру, но в то же время показательный. И, блин, реально больше всего мне запомнился момент, конечно, с цветочком, но и само собой здесь его яркой, наиверчайшей реакцией. Пиши в комментариях, что ты думаешь. А с тобой была Юмилька. Держи поцелуйчик. За ожидание, за то, что наконец-таки вот я выпустила реакцию, и ты ее сейчас смотришь, несмотря на то, что прошло уже довольно много времени. И пока, еще увидимся, и в следующей серии тоже будем смотреть вместе.